День защиты Земли – это день, в который защищают от врагов. Он нужен для того, чтобы люди защищали нашу страну. Чтобы на них не нападали никто, даже военные. А еще те, кто забираются в дома и забирают драгоценные вещи. От мусора ее охраняют, чтобы не загрязняли земля. Землю надо и от нас защищать, потому что мы засоряем ее, ездим на машинах. Ну, они занимаются своими делами. И когда работают заводы, нефть еще в реки, и получается уже не река какая-то. И тогда, если мы все это засорим, то у нас уже будет не город. А еще от пришельцев. Еще они хотят, чтобы у них было много мороженого. Нужно, я думаю, что нужно очищать город, садить разные растения, чтобы кислород был. Можно еще мечами защищать.